Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов и художников. Классический период. Миниатюрно-антропоморфная фигура. 850 год. Кость, высота 7,4. Миниатюрная фигурка правителя, вырезанная из кости, по-видимому, являлась навершием скипетра. Скульптурка стоит на основании, украшенном иероглифами. В облике изображенного человека воплощены характерные антропологические черты народов майя. Крупный нос, полные губы, дугообразные формы, заостренные и приподнятые внешние края глаз. Высокое положение персонажа в обществе показывает его одеяние. Это головной убор из птичьих перьев, принадлежавших в Древней Мексике к самым ценным и дорогостоящим материалам. Браслеты на запястьях, на груди, пектораль в виде головы животного. Длинный край набедренной повязки украшен бахромой. Круглое отверстие на головном уборе, возможно, предназначалось для вставки из другого материала. На скульптурке сохранились остатки красного пигмента, которым был окрашен скипетр. Ну вот такое описание к работе. Миниатюрная антропоморфная фигура, классический период, 300-80-е годы, кость, высота 7,4, я нашел в интернете, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.